приветствую вас. Спасибо, Господи. С праздником, с наступающим. Праздник. Праздником. Храни вас, Господь, дорогие мои. Пойдемте осветим, улетим. Тем, чтобы благодать Божия присутствовала в жизни современного москвича. Вот жизнь в городе всегда сопряжена со стрессами в большом городе, и поэтому непростое душевное состояние у людей. А храм дает возможность и отдохнуть духовно, и с мыслями собраться, и благодать Божия присутствует и освящает человека. Вот наша задача заключается в том, чтобы строить храмы в тех местах, где они очень нужны людям. А ваша задача, дорогие братья и сестры, в храмы ходить. Не только по праздникам, а почаще. Воспитывать детей в вере православной, укреплять их духовно. Потому что так много соблазнов и так много негатива в современной жизни, что человеку очень легко сбиться с жизненного пути, особенно молодому человеку. Поэтому дай Бог всем вам, папам, мамам, бабушкам, дедушкам, воспитывать достойно ваших детей и внуков, чтобы укреплялась наша Родина, чтобы народ наш становился духовно сильнее. Спасибо, Господи. Благодарю вас. Ну, пойдемте осветим. Вас и помещение. А это приходской дом? Это... вашим близким. Спасибо, дорогие братья и сестры, я очень рад посетить храм Державной иконы Божией Матери в Чертаново. Замечательный храм, который еще строится, но очень надеюсь, что в ближайшее время будет завершен. И если Господь сподобит, то с радостью совершу великое освящение сего храма. Радуюсь вас видеть всех. Мы действительно становимся радостней, и чище, и светлее, когда благодать Божия к нам прикасается. И спасаемся мы не столько своими силами, сколько силой Божией. И особенно эту силу мы чувствуем в дни Святой Пасхи, когда Господь своей любовью рядом с нами. Вот я хотел бы всех вас сердечно поздравить с наступающим днем Святой Пасхи. Пожелать вам мира душевного, крепости, сил,
Особенно радуюсь видеть детей и молодых людей. Очень важно, чтобы новое поколение россиян, москвичей становилось более воцерковленным, чем были предыдущие поколения, оторванные силой, можно сказать, от веры Христовой. А сегодня мы живем в свободной стране, мы имеем возможность устроять свою церковную жизнь так, как Господь велит нам, как святые каноны повелевают. И потому есть все основания считать, что следующее поколение будет еще более православным, более воцерковленным, чем поколение предыдущее. Но для этого нам нужно работать, потому что и враг не дремлет. И на молодых людей обрушивается поток информации, греховный, зловредный. И для того, чтобы души не погибли, нужно, чтобы родители, папы, мамы, бабушки, дедушки особо обращали внимание на состояние души своих детей и внуков. И очень важно воспитывать с детства в православной вере. Я хотел бы пожелать всем вам, мои дорогие, помощи Божией в вашей жизни, благословения на все ваши труды. Пусть Господь хранит вас от всякого зла и помогает укрепляться в вере православной. Вот в память о пребывании хотел бы подарить вот это пасхальное яйцо, отец Мефодий. С обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Праздником! 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 Храм заходит, да? Отец Константин, дорогие братья и сестры, я очень рад, что имею возможность посетить этот храм Чертаново, там, где очень нужны храмы. Чертаново – это огромный район Москвы. И, конечно, храмов не хватает. И мы видим, насколько необходимо строительство новых храмов. Я очень надеюсь, что храм Святой Троицы будет во благовремени построен. И дай Бог всем, кто принимает участие в строительстве, и благодетелям, и строителям, сил к тому, чтобы этот проект завершился как можно быстрее. Радуюсь возможности видеть вас всех в канун Пасхи. Пусть благословение Божие, благословение воскресшего Спасителя всех нас укрепляет в вере. Тот жизненный путь, который мы выбираем, идти в будущее вместе со Христом – это самый надежный путь. Потому что Бог никогда не бывает поругаем. Бог никогда нас не предает. Мы предаем. Он никогда не предает. Если мы остаемся Ему верными, то мы ведомы им. А если Господь нас ведет, нам не страшны никакие беды. Потому что сила Божия превосходит любую силу, способную принести нам какой-то вред. Вот почему нужно хранить веру в сердце, воспитывать в этой вере детей, молодежь, с тем, чтобы следующее поколение москвичей было еще более ревностным в вере, чем нынешнее. Храни вас Господь, спаси Господи. И в память о пребывании в храме Святой Троицы хотел бы вам вот вручить тоже пасхальное яйцо. А теперь пойдемте освятим куличи и пасху. Призри, Господи Иисусе Христе Божий наш, на брашное мясо освяти я, яко же осветилась и овца овна, его же тебе приведи, верный Авраам, и агнца его же тебе, Абель, плоть принесе, подобнее тельца упитанного, его же заклати повелелось и сынове твоему заблудшему, и паки к тебе возвратившемуся, да яко же то исподобися твоей благости, насладитесь и сицей освященных от тебе,
и благословенных насладимся в пищу всех нас. Ты быть истинная пища и податель благих, и тебе славу высылаем. С обезначальным твоим отцем и пресвятым и благим, и животворящим твоим духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Божий наш, зиждителю и садителю всех, благослови млеко огустевшее, с ним же и яйца. Нас же соблюди во благости Твоей, ягода причащающейся их Твоих изобильно подаваемых даров исполнимся, и неизглаголанные Твоей благости, яко Твоя держава и Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. С праздником Святой Пасхи, и я вас всех очень рад видеть. Спасибо, Господи. Первый раз здесь нахожусь. Радуюсь видеть и строительство храма, и всех вас собранных здесь. Храни вас Господь, веру храните в сердцах, тогда все у нас будет хорошо. И в стране, и в городе Москве, и в жизни каждого. Спасибо, Господи. Помогай вам Бог, дорогая. Отец Андрей, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с наступающим праздником Святой Пасхи. И очень радуюсь тому, что Господь меня привел сюда. И то, что я сейчас вижу, и то, о чем я слышу, и то, что я прочитал по дороге, пока ехал к вам, наполняет мое сердце действительно радостью. Очень важно, чтобы наши новые приходы в городе Москве становились центрами духовной, молитвенной жизни, но также, чтобы они объединяли людей, в том числе и предлагая людям заниматься тем, что в конце концов поможет им и найти путь к Богу. Потому что не всегда современному человеку легко переступить порог храма и понять все то, что в храме происходит. Не всегда ему понятны слова богослужения, но сердце всегда у здорового, духовно здорового человека предрасположено к приятию божественной благодати. И поэтому наша задача заключается в том, чтобы помогать людям, для которых церковная культура как бы с детства не является их культурой, открыть подлинно духовную жизнь, которая существует в церкви. И вот для этого разные есть способы и возможности, и я благодарю отца Андрея, что здесь созданы различные площадки, которые люди используют, в том числе и еще не вполне воцерковленные. Но дай Бог, чтобы через участие в этой культурной, спортивной жизни прихода открывалось у людей духовное зрение, и они сердцем могли почувствовать важность божественного присутствия в их жизни. Радуюсь тому, что я вижу, что я слышу, и хотел бы всем вам пожелать помощи Божией в ваших трудах, в вашей жизни. Особенно каждому, у кого есть дети, внуки, хотел бы пожелать успеха в воспитании следующего поколения. Следующее поколение москвичей должно быть еще более религиозным, чем нынешнее. Вот наша задача. А справиться с этой задачей непросто. Потому что на детей, на молодежь обрушивается много различных соблазнов и опасные для их душевного состояния информации. Поэтому нужно напрягать силы. И родители, и дедушки, и бабушки, педагоги, конечно, духовенство, воспитатели в воскресных школах. Мы все должны вместе работать, чтобы современные люди могли сочетать свои знания, свои профессиональные навыки с глубокой верой. Вот тогда Россия будет непобедимой. Дай Бог, чтобы это было так. И молюсь еще о том, чтобы град Москва показывал пример всем другим городам и весям нашего Отечества. Пример искренней веры сердечной. Пример организации церковной жизни. И радуюсь, что
Очень многие приходы сегодня в нашем граде, в граде действительно совершают все то, что они должны совершать. А теперь пойдемте осветим Пасхи и куличи. Праздником! Приглашаю, общаемся, очень такое тесное взаимодействие, глубокое, искреннее. И для нас очень важно. Школа сама. Здесь как раз таки моменты нашей жизни. О, нашей Симбаева. Общаемся с ней, созваниваемся. Это на сцене Московского театра САЦ. Брали 17 фестивалей. Три московских. Очередной будет 1 мая. Те болезни, которыми болеем мы сегодня еще,
они постепенно будут уходить из нашей жизни. Но для этого нужно очень много трудиться. И церковь в данном случае на передней линии духовного фронта. Поэтому дай Бог всем вам, и духовенству, и приходскому активу, и тем, кто приходит постоянно в храмы, помощи Божией в вашей жизни, в ваших трудах и в ваших молитвах. Очень рад был вас видеть сегодня. Ну и в памяти о пребывании вот хотел бы подарить вам такое пасхальное яичко. Теперь пойдемте осветим куличи и пасхи. Господу помолимся. Господи помилуй. Владыка Господи Боже наш, зиждителю и садителю всех, благословим лико огустевшее с ним же яйца, нас же соблюди во благости Твоей, да якода причащающийся их, Твоих изобильно подаваемых даров исполнимся, и неизглаголанные Твоей благости, яко Твоя держава и Твои царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отец Игорь, приветствую вас. Спасибо, Господи. Ну вот, рад увидеть прекрасный храм. Благодарю вас. Спасибо. Праздник, дорогие мои. Спасибо, Господи. Мясо и освети я, якоже освятил и сявна. Его же тебе приведи верный Авраам, и агнца его же тебе Абель во всеплодие принесе. Подобнее тельца упита, много его же заклати повелел, и сынове твоему заблудшему, и паке тебе возвратившемуся. Да якоже до исподобися твоя благости, насладитесь и сицей священных от тебе и благословенных, насладимся в пищу всех нас, ты бы истинная пища и податель благих, и тебе славу высылаем, сам изначальным твоим отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим твоим духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи помилуй. Владыка Господи Боже наш, зиждителю и садителю всех, благословим лико огустевшее с ним же яйца наше, соблюди во благости твоей, якода причащающийся их, твоих изобильно подаваемых даров, исполнимся и неизглаголанные твоей благости, яко твоя держава и твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благословляется, освящается. С праздником, дорогие! Скупающие Пасхи Христовой! Эй, вам Бог! Благословение на ваши семьи, дома, на родных, на близких, чтобы Господь хранил всех в добром здравии, вере, чтобы не любил себя.
без веры жить нельзя. Храни вас Господь, дорогие. С праздником! Замерзли, наверное, да? Чтобы вы все хорошо в семье, в трудах ваших, на работе, чтобы спорилось. А самое главное, чтобы в сердце был мир и вера. И любовь к людям. Вот это самые большие ценности в нашей жизни. С праздником, дорогие мои! Спаси Господи! С праздником! Спаси Господи!